программа «Губерния» и вот главная тема выпуска. На Петербургском международном экономическом форуме Станислав Воскресенский подписал соглашение о создании кампуса БИМ, а также рассказал другим губернаторам, как хорошо жить в Ивановской области. Проанализировать черепа животных и препарировать лягушку. Для двух десятков старшеклассников это оказалось привлекательнее компьютерных игр и прогулок в каникулы. В Солярисе проходит четырехдневный интенсив по практической биологии. Поэтапное преображение парка в Колобове. На старом месте новая сцена и долгожданные скамейки. Скамеек не было, да. То есть приносили или лавочки из клуба, кто-то приходил со своими даже стульями. Расскажем, где еще в регионе в этом году благоустроят территории и чего ждать в 24-м. Смертельное ДТП на проспекте Ленина в Иванове. Трактор, сдавая назад, придавил женщину-пешехода. Возбуждено уголовное дело. Мэрия тоже проводит проверку. Иван Лубейников – звезда мирового масштаба. Его картины находятся в Третьяковской галерее и в Плёсе, музее пейзажа, куда мы сегодня отправились. Мы побывали на выставке и поделимся своими впечатлениями. А также не пропустите, голосование закончено, ждем благоустройства. Какие территории победили в конкурсе комфорта? Зеленая и шипит. Что стало причиной цветовых изменений речки Вергузы? Вода и пламень. Хроника пожаров в нашем эфире. С вами Татьяна Прокопенко. Здравствуйте. Сейчас об этих и других событиях подробнее. На экономическом форуме в Санкт-Петербурге заключено концессионное соглашение для создания кампуса БИМ в Иванове. Это значит, что научно-образовательное пространство в центре города точно будет построено. Дарья Костина расскажет об этом. А еще о том, как губернатор Воскресенский на всю страну хвалил ивановских предпринимателей. Подписывается концессионное соглашение о финансировании, создании и эксплуатации студенческого кампуса мирового уровня «Большая ивановская мануфактура». Документ предусматривает реконструкцию объекта культурного наследия регионального значения, который в настоящее время не используется и находится в неудовлетворительном состоянии. Здесь должно появиться научно-образовательное пространство. Центр с современными программами, библиотекой, 2500 мест для проживания студентов. Общий объем инвестиций – 10 миллиардов рублей. Проект предполагает и благоустройство территории кампуса и прилегающей набережной Уводи. По словам Воскресенского, для Ивановской области это новый уровень качества высшего образования, как следствие, создание новых предприятий и новых рабочих мест, а также перезапуск знакового для города пространства – исторического центра Иваново. В России 17 регионов, где создаются подобные кампусы. Разговор об экономике продолжился в гостиной губернаторов. Станислав Воскресенский заметил, предприниматели быстро адаптировались к новой реальности. Привел в пример Ивановскую область. У нас есть компания, не буду называть ее название, выручка которой сократилась в 2022 году из-за санкций на 70%. Она была связана с поставками компании автопрома, мирового автопрома. Казалось бы, да, но должны были руки опустить, уныть, или как некоторые госкомпании сделать. Которая выручка которой срочно побежать за субсидиями, за поддержкой. Недавно был на предприятии, говорю, ну как дела сейчас? Мы идем плюсом к 2021 году, к хорошему. Я говорю, как это возможно? Здесь перегруппировали, здесь изучили, у нас есть технологии, изучили новые рынки, новые возможности, открылся рынок, которого вообще никогда не было. Сейчас делаем совершенно новую для себя продукцию, идем плюсом к 2021 году. Также губернатор говорил об улучшении качества жизни в малых городах. Отметил, что уже сделано. В регионе 95% региональных дорог находятся в нормативном состоянии. В каждом муниципалитете появилось знаковое пространство. В поволжских городах благоустроенные набережные. Запущены ласточки до Москвы, Нижнего Новгорода, прямые самолеты до Петербурга. Что, по словам губернатора, привело в область две крупные федеральные компании. Офисы открыли «Сагаз» и «Интеррау». Здравствуйте, Станислав Сергеевич. Здравствуйте. В Ивановской области за последние 30 лет сейчас рекордный уровень безработицы. За счет каких отраслей удалось этого добиться? Рекордно низкий уровень безработицы. Связано это с тем, что мы несколько лет поставили себе задачу по поиску новых рабочих мест в каждом муниципалитете вместе с муниципальными властями. Действительно, результатов добились. Безработица на рекордно низких уровнях, если быть точным, 3,1%. В каких отраслях были созданы рабочие места? В нашем традиционном, конечно, отрасли легкой промышленности. Напомню, в прошлом году в Ивановской области заработал крупнейший в истории страны комплекс по производству трикотажного полотна. Это важно для российских дизайнеров, в том числе по всей стране, что теперь
появляются ткани, российские ткани. Кстати говоря, с вводом этого комплекса в эксплуатацию 75% всех трикотажных тканей страны производится теперь у нас в Ивановской области. Также губернатор отметил сдвиги в машиностроительной отрасли. Так, крупнейший налогоплательщик, компания «Профессионал», которая производит ковши для экскаваторов, увеличила штат сотрудников с 700 до 2000 человек. А, например, в сельском хозяйстве число фермеров выросло в 1,5 раза. В оборот введено 30 тысяч гектаров залежных земель. При этом губернатор добавил, люди в малых городах по-прежнему живут трудно. Ситуацию нужно исправлять. Дарья Костина, телекомпания «Барс». Изучить жизненный цикл клетки, проанализировать черепа животных, препарировать лягушку. Для двух десятков старшеклассников это оказалось привлекательнее компьютерных игр и прогулок в каникулы. В образовательном центре «Солярис» проходит 4-дневный интенсив по практической биологии. Участники из разных районов области преодолели конкурсные отборы и теперь 5 часов в день посвящают любимому предмету. Все подробности в нашем репортаже. В профильной смене участвуют 23 школьника с 7 по 10 класса из Иваново, Шуи, Кохмы, Савинского, Ильинского, других районов. Эти 4 дня иногородние ребята живут в кампусе на Большой Воробьевской улице. Интенсив – это 2 занятия в день по 2,5 часа, и лекции, и практикумы. Проводят их и педагоги «Соляриса», и преподаватели вузов, медакадемии, агробиотехнологического и госуниверситетов. Этот интенсив посвящен именно практической части. Мы очень много работаем руками. Нас учат тому, чему учат в основном сейчас в институтах. То есть вчера мы, допустим, учились препарировать лягушку правильно. Сейчас мы занимаемся изучением скелета человека. Это все на олимпиадах еще пригодится, да? Да, это все пригодится и на олимпиадах, и на экзаменах, потому что как раз-таки, когда был зимний интенсив, там мы разбирали очень много заданий, которые лично мне потом на олимпиаде попались. На занятия любимой биологии Елизавета приезжала сюда из Тейково еженедельно, говорит, выручает Орлан. А приезжает за знанием сверхшкольной программы и за уникальным оборудованием. У нас очень большое число сейчас желающих, и у нас даже дети зачастую пытаются попасть даже не на одну смену, а на 2, на 3. У нас такие ребятки есть. Ну, в общем-то, они себя тоже все ищут, и я думаю, что для них это интересно, потому что попробовать себя хочется и в химии, и в биологии, и в физике. Очень много приезжает ребят на интенсивы по физике, то есть это очень востребованное сейчас направление. И у нас особенность наших интенсивов – это не просто решение школьных задач, да, либо каких-то материалов ЕГЭ, а это именно задача с точки зрения ученого. Центр выявления и поддержки одаренных детей открыт минувшей осенью. За это время через профильные смены и интенсивы прошли больше 500 ребят. Еще более 1000 побывали в Солярисе на экскурсиях. Попробовали оборудование, посмотрели, какие возможности дает обучение здесь. Реализуется на регулярной основе 17 программ. Конечно, доминирует среди них наука. Наряду с регулярными очными программами есть дистанционные программы, которые еще больше дают доступность для детей из отдаленных муниципальных районов. Таких программ 8. Но это не электронное обучение, это онлайн занятия, это выполнение заданий с определенными потом уже промежуточными какими-то образовательными результатами. Но не только образовательными программами живет «Солярис». На этой территории регулярно проводятся и своеобразные образовательные мероприятия. Это мастер-классы, конференции, фестивали. Недавно стартовал уникальный проект «Слон». Молодые ученые выступают с научно-популярными лекциями. Татьяна Прокопенко, Денис Железов, телекомпания «Барс». В пятницу в центре Иваново на регулируемом пешеходном переходе насмерть сбили пенсионерку. Трагедия случилась во время проведения дорожных работ. Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек, случилось в полдень на проспекте Ленина. По словам очевидцев, тракторист начал сдавать назад, чтобы разровнять песок, и наехал на бабушку. Пенсионерка в тот самый момент пыталась перейти дорогу по пешеходному переходу, ждала разрешающий сигнал светофора. В результате несчастного случая от полученных травм женщина скончалась на месте. Полиция разбирается в обстоятельствах гибели человека. Трактор работал, наверное, это как и есть. Песок разводил и не заметил, ее задом сдавал и наехал на нее. Была скорая, проверили, что она мертвая, вызвали, наверное, труповозку. Полиция стоит, как бы пожарная приезжала. Тракторист по-любому попал, он тут на пешеходе ее прямо сбил, потому что там ни ленты, ничего они не обгородили. Следственными органами полиции возбуждено и расследуется уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшей по неосторожности смерть человека. В Ивановской мэрии тоже начали проверку. Глава города поручил разобраться в обстоятельствах трагедии.
В Ивановской области полным ходом идет благоустройство общественных пространств. В этом году в порядок должны привести территории в 19 населенных пунктах. В поселке Колобово, например, работы уже завершены. Что там сделали, узнала моя коллега Наталья Сергеева. Колобово – один из прекрасных примеров того, как небольшой населенный пункт может год от года меняться в лучшую сторону. Благоустраивать свои зоны поселок начал с 2017 года. Около 4 лет назад по программе формирования комфортной городской среды здесь появилась вот такая большая и многофункциональная детская площадка. С 2021 года колобовцы приводят в порядок парк. В начале июня им установили новую сцену и скамейки. Скамеек не было, да, то есть приносили или лавочки из клуба, кто-то приходил со своими даже стульями. Сейчас, да, все очень удобно стало. Скажите, чего еще не хватает сейчас поселку? Что нужно? Я здесь проживаю 6-й год вообще, и на моих глазах поселок прямо расцветает. У нас построили новую амбулаторию, у нас построили новый в парке, да, новые спортивные вот здесь вот сооружения, у нас построили сцену. Сцена уже прошла первый тест-драйв на дне поселка 12 июня. Понравилось. Удобное, функциональное. Обошлось благоустройство этого года здесь более чем в 4 миллиона рублей. Работы по преображению общественных пространств этого года в регионе уже активно идут. Благоустроят территории в 19 населенных пунктах области. У нас есть 3 больших гранта. Это Гаврилов Посад, Наволоки, Вичуга. Там заканчиваются проектные работы и начаты уже строительно-монтажные работы, проводятся подготовительные, подготовка территорий. Небольшие территории уже на финишной стадии во многих местах. Вот сейчас завершены работы Колобова, Шуя, на завершающей стадии Приволжский район. Парк в Колобове вообще место притяжения не только жителей поселка, но и соседних населенных пунктов. Да вы и сами видите, в лагере дневного пребывания неделя индейцев. Где же практиковать свои навыки, как не в парке? Вы вот здесь вот в парке часто гуляете? Да. Да, очень часто. А я сюда паркурить хожу. Что ты ходишь? Паркурить. Это что такое? Ну, прыгать, бегать. Ага. Чего вы здесь вообще, вот чем занимаетесь в парке? Футбол играем. Футбол играем. Ходим на тренировки, занимаемся спортом. Угу. Вообще в парке сейчас лучше стало? Да. Очень. В течение 2 лет здесь, в парке, появились трибуны, потому что колобовцы активно играют в футбол и проводят матчи на своем стадионе. Большая спортивная площадка. В этом году, кроме сцены, тут обустроили входную зону. Уже прошло всероссийское голосование за общественное пространство, которое благоустроят в будущем году. Голосующих, кстати, стало больше. Около 88 тысяч жителей региона отдали свои голоса за те или иные проекты. Из 69 представленных на голосование на благоустройство будущего года прошло 31 пространство. Колобово, кстати, прошло отбор. Хотелось бы нам, конечно, вот от входной зоны сделать как раз-таки покрытие, ну, желательно бы в асфальтобетоне, как отголосовали жители. Также хотелось бы заасфальтировать и танцплощадку, которая у нас здесь перед сценой и скамейкой, потому что, особенно когда проходят праздники, это место востребовано, ну, и просто это требуется даже. Было бы неплохо, может быть, и дети бы тут на роликах покатались, погуляли и прочее. Ну и, конечно, неплохо бы и освещение. Есть все-таки проблемные моменты в Колобове. Например, большая культурная боль – это местный клуб. Здание почти 100 лет. Оно было построено в 1927 году и ни разу не видело капитального ремонта. Поэтому, конечно же, колобовцы хотят для этого востребованного помещения реконструкции. Наталья Сергеева, Денис Железов, телекомпания «Барс». Пришло время подвести итоги голосования за территории, которые будут благоустроены в следующем году. Расскажем о некоторых результатах. В Вичуге победил парк Шагова на Ленинской улице. В Кинешме благоустроят сквер по улице Гагарина. А в Комсомольске на улице Колганова установят спортивную площадку с тренажерами, турниками и велопарковкой. В Лежневе благоустроят территорию у храма святого равноапостольского князя Владимира. Там положат асфальт и обустроят парковки. В Палехе обновят тротуар на Красноармейской улице. Практически ежедневно несколько сотен детей по этой дороге идут в детский сад, школу, а пенсионеры в больницу. В Тейкове на голосование было предложено больше всех территорий – 15. Победил летний сад. Кроме озеленения и обустройства пешеходных дорожек, там сделают детскую, игровую и спортивную зоны.
В Шуе появится карманный парк на улице Свердлова. Там оборудуют места отдыха, спортивную и футбольную площадки. В Ивановском районе обустроят карманный парк с круглой сценой. Он разместится в деревне Афанасово на улице Новосельской. В Кохме изменения ждут Октябрьскую площадь. Ну а в Иванове победителями стали все 5 территорий участников. Это бульвар на улице Красных Зорь, сквер Семейный и Молодежный, площадь Примирения и территория мемориала Красная Талка. Работы по благоустройству практически везде одинаковые. Ремонт тротуаров, установка освещения, малых архитектурных форм и озеленение. Узнать результаты в других районах можно на сайте «Комфортная городская среда 37». Ивановцы обнаружили на окраине города, в районе заброшенной стройки ТЭЦ-4, несанкционированную свалку ламп. Жители утверждали, что лампы люминесцентные, то есть ртуть содержащие, что относит их к отходам первого класса опасности. После нашей публикации на место с проверкой прибыл аварийно-спасательный отряд. Несанкционированную свалку нашли, а вот ртуть нет. В мэрии заявили, эти лампы светодиодные, поэтому убирать их спасатели не стали, не в их компетенции. Информацию перенаправили в городской комитет экологии. Там нам рассказали, что сообщили подрядчику о свалке ламп. И теперь он должен в течение суток ликвидировать все ламповые навалы. Сейчас короткая реклама, и вот о чем расскажем далее. Иван Лубенников – звезда мирового масштаба. Его картины находятся в Третьяковской галерее и в Плёсе, музее пейзажа, куда мы сегодня отправились. Мы побывали на выставке и поделимся своими впечатлениями. Зеленая и шипит. Что стало причиной цветовых изменений речки Вергузы? Вода и пламень. Хроника пожаров в нашем эфире. В исправительную колонию особого режима отправится житель Мурома, обокравший келью священника, а потом и церковную лавку. И 46 лет жизни, 20 он уже провел за решеткой, а теперь отправится туда еще на 3,5 года. Мужчину приютили на монастырском подворье в селе Шулыково Лежневского района после его очередного освобождения из колонии. Пожив там некоторое время, он похитил деньги у одного из клириков. Когда средства закончились, вор вломился ночью в церковную лавку в Лежневе, собрал там деньги, серебряные украшения и подыскал ночлег в заброшенной бане. Вот только чудом спасся оттуда, лишившись всего. Он заснул с непотушенной сигаретой, и все сгорело. Злоумышленника нашли и задержали во Владимирской области. Он был осужден Ивановским районным судом за серию краж. Приговор пока не вступил в силу. Теперь о пожарах. В Кохме на улице Ломоносова сгорел 2-этажный жилой дом. Пожар начался в четверг около 6 вечера. С огнем МЧС удалось справиться за 25 минут. К счастью, пострадавших нет. А вот от дома остались только обугленные стены. Еще один 2-этажный дом, но на этот раз не жилой, сгорел в родниках. Предварительно известно, что кто-то поджег старую мебель. В Ивановском районе в деревне Анкудиново загорелся дом и пристройка. Пожар удалось остановить на площади 36 квадратных метров. А вот в Иванове в многоквартирном доме загорелась дверь в квартиру. К счастью, жильцы успели потушить ее до приезда спасателей. В распоряжении нашей редакции оказались съемки с камеры видеонаблюдения. Это Савинский район, деревня Ермакова. Семья спала, когда начался пожар. Он уничтожил все – машину, дом, документы, деньги, вещи. В последний момент отец семейства разбил окно и спас из горящего дома жену и двоих маленьких детей. Как утверждает хозяин дома, в МЧС предварительной причиной случившегося назвали замыкание электропроводки. И все же у спасателей были сомнения. Через некоторое время соседи предоставили запись с камер, на которых отчетливо видно, как неизвестный около часа ночи пытается поджечь дом. Причем он делает 2 попытки. В первом случае огонь погас из-за ветра. Через несколько минут пироман возвращается и поджигает дом и машину с другой стороны. По словам погорельцев, пока что под подозрение попадает сосед. Сейчас этой историей заинтересовались следователи. Река Вергуза в деревне Беленицы вспенилась и позеленела. Местные жители считают, что причина этого – слив канализации в речную воду из соседнего коттеджного поселка. Нашу редакцию жителя Белениц прислали кадры, на которых видно, что Вергуза поменяла цвет с прозрачно-голубого на зеленый. Они предположили, что причина этого – канализационные стоки из коттеджного поселка Изумруд, который расположен на берегу той же реки, но в Новоталицах. Напомним, застройщик Изумруда 5 лет назад был признан банкротом. На вопрос журналистов, работает ли канализационная станция и сливаются ли стоки в Вергузу, четкого ответа никто не дает.
плавала по реке вот эта, она типа как, ну, пена, что ли, мелкая такая, небольшая пена, знаете, с большими пузырями, с мелкими вот такая, вот пятнами большими, синего, зеленого цвета. Много ее было везде. И, в общем, вот запах такой был. Не то мыльный, не то какой-то, не знаю, какой запах. Мне очень приятно. И вода зеленая такая, непрозрачная. Ну, ходят слухи, что это вот с соседнего поселка, там у них что-то не в порядке, они сливают канализацию, и, соответственно, вот это получается. Экологи взяли пробы из позеленевшей и вспенившейся реки Вергуза. Результаты проверки будут направлены в том числе в правоохранительные органы. Картины Ивана Лубенникова впервые добрались до Плёса. Город продолжает культурную эстафету от центра Росизо Москвы. Около 60 картин из частного собрания творческой семьи можно будет посмотреть до середины июля. Юлия Сёмина посетила выставку и покажет картинки с выставки. Жемчужина Волги в представлении уже не нуждается. Речь идет, конечно же, о городе Плёс. Туристов здесь всегда много. Заезжают как звезды мирового масштаба, так и представители власти. Все приезжают полюбоваться Волгой, горой Левитана, ну и, конечно же, заглянуть в музеи. Давайте и мы отправимся на новую выставку «Музей пейзажа». Наведаемся, как рядовые посетители. Иван Лубенников – художник мирового масштаба. Его рук дело, например, оформление станции метро «Славянский бульвар» в Москве, а также станции «Мадлен» в Париже. В разных уголках мира красуются картины художника. Третьяковская галерея, Государственный русский музей, частные собрания во Франции, Голландии, Испании, Австрии и даже в коллекции Петра Людвига в Кёльне есть его работы. Ну а сегодня полюбоваться выставкой можно и в Плёсе, в музее пейзажа. Называется «Про любовь». Иван Лупенников и Наталья Глебова. Выставка не случайно в Плёсе. Это выставка эстафета, принятая от выставочного центра Росизо Москва, где проходит ретроспектива Иван Лубенников «Размышления художника». И темы семьи, любви – это всегда актуально и очень близко нам, сотрудникам и гостям нашего замечательного Плёса. Наталья и Иван познакомились еще в Суриковском институте, где учились на одном отделении. С той поры уже не расставались, прожили бок о бок целых 43 года. Творческая семья, две активные личности, оба дополняют друг друга. На этой выставке представлены и работы жены. Например, очень интересно, Наталья Глебова пишет портрет мужа. Это картина «Уходящее лето». На столе букет изысканных цветов, собранный в саду. То, что окружает нас на дачах. За чтением книги муж пропускает всю красоту короткого, прекрасного лета, намекает художница. Семья, дом, дети – все это значимо для творческой пары. Поэтому «Семья под деревом» – одна из любимых картин художницы. Особенно на ней все, в том числе и дерево. Это намек на то, что это генеалогическое древо, под которым расположилась вся их семья, все любимые, родные, с детьми, с внуками, с дядей-фронтовиком, о характере которого Наталья Васильевна так ярко рассказывала. И вот это мир, мир семьи, объятой природой, защищенной природой, и неразрывно связана жизнь человека и природы. А как вам критикесса? Никого не напоминает? На этой картине каждый посетитель может разглядеть кусочек своего характера. Здесь все забавно. Это такой нарочито серьезный взгляд, такой оценивающий взгляд. Это сигарета, зажатая между накрашенными пальчиками. А это значимое полотно для Ивана Лубенникова. Натюрморт под названием «Розовый кувшин» в стиле супрематизма. Посмотрите, как он поделил на четыре равные части белую скатерть. Особенно красиво выглядит розовый кувшин, подчеркнутый зеленой тенью. А чашка за ним просто линия, не имеет цвета. Ничего не должно отвлекать от нежно-розового оттенка. Обычный потон для Лубенникова – символ домашнего очага. Не менее важная деталь – клубок. Это нить, которая связывает наш мир с потусторонним. Яйцо в центре – символ жизни. Но есть и то, что объединяет все работы. Они вызывают теплые эмоции, и каждый находит на выставке ту самую картину, которая заставляет улыбнуться и расслабиться. Мне понравился вот этот портрет, потому что, ну, напоминает какие-то средневековые портреты, и там вот еще такие портреты есть, которые, похоже, тоже вот тоже такой темный фон, освещение, такое все сдержанное, похоже на какие-то, ну, вот, средневековье. Главная цель выставки в Плёсе – сохранить память о художнике. Полюбоваться картинами можно будет до 16 июля. Юлия Сёмина, телекомпания «Барс». 2 июля в Кинешме пройдет уже третий чемпионат по плаванию на открытой воде «Swim Cup Волга-2023». Регистрация пока что продолжается. Подать заявку можно на сайте соревнований.
В прошлом году покоряли Волгу около 150 участников. На сегодняшний день регистрацию прошли более 170 пловцов из городов нашего региона, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Владимира, Нижнего Новгорода, Сочи и других. И около 60 мест еще остаются доступными. Традиционно будут три основные дистанции – на 600 метров, на 1,5 и 5 километров. Также чуть менее популярные – на 1500 и 5000 метров в ластах. Кстати, в прошлом году Ивановскую область представили 33 спортсмена. Серебро на 5-километровой дистанции взял ивановец Сергей Блинов. Теперь о погоде. Расскажем, что обещают синоптики на ближайшие сутки. Счастье в каждый дом. Трать меньше, получай больше. Только с 10 по 18 июня в Унидоме при покупке 2 единиц посуды Вилмакс третье в подарок. В субботу в нашем регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 23 градуса. Ветер северо-восточный 24 метра в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 33%. По прогнозам синоптиков, в последний день недели показания термометров понизятся еще на пару градусов. Осадки маловероятны. Сразу после новостей смотрите городскую хронику. Интересные истории, видео, фото направляйте на наши редакционные мессенджеры Viber, Telegram, номер на экране. Присылайте свои темы через сайт Иванова Ньюс. Звоните по телефону горячей линии 58 77 77. Я с вами прощаюсь, удачи всем и хорошего настроения.